Короче, давай так. Я марксман, еще кто-нибудь со мной с Опсикой, пара человек, хватаем этот скат и угоняем туда, будем его охранять. И последнего. Нет, нет, с оптикой я хотел поставить вас, знаешь, куда? Вот сюда. Опа! Так, залегте. Если Так. подъедете вплотную, открывайте огонь. Черт! Могли меня просечь. Ты за... Титаренко, ты меня слышишь? Блин! Садишься на УАЗик и следом по дороге в тыл к ним заходишь. На свою смотри. Олег с нами. Я подожду. Так, убил пулемет. Видели, я метку на дом поставил. Я в этом доме нахожусь, короче. Это возле него кто-то шляется. На крыше. Не я. Блять. Короче, все живые, блять, из моего отряда, поднимайте всех, тупо всех, блять, кого видите, бегайте, поднимайте. Газуй. Обстрел. Останавливаемся. Подорвали, видать. Двигаемся дальше, остальные. Живые есть, что ли? Я живой. Чё делать-то? Чё это вообще за херь была такая?